Жилые дома сданные, жилые дома строящиеся. Уже с начала следующей недели здесь будет проходить маршрут автобуса номер 128. Его продлят сюда от автовокзала. С руководителем предприятия обговорено, будет добавлено количество подвижного состава туда. Расписание предварительно мы сделали до 20 минут интервал. Летом будет 15 минут. Это по 128 маршруту, то есть с Красной площади в сторону села Витязева, будет ходить с интервалом 15 минут. До изменения маршрутной сети специалисты транспортного отдела городской администрации несколько месяцев изучали пассажиропоток. Помимо 128-го автобуса, в этот же район направили 111-й. На нем удобно добираться до крупнейших анапских санаториев. Екатерина Николаевна живет поблизости. Говорит, что обязательно будет пользоваться новыми для района маршрутами. Это будет еще лучше. Это будет вообще замечательно, если будет. А то вот до Пионерска, да, например, где Делуч, и там вот этот Русь, туда идти еще надо, если приедешь там с девяткой, например. А если это будет, конечно, там ближе, наверное, будет остановка, если будет ходить. В городском транспортном отделе намерены следить за тем, как будет работать новая схема. Про запас держат вариант продления 111 маршрута до торгового центра «Красная площадь». Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.